Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Первое число месяца и стартовал новый Battle Pass. И если вы обратили внимание на заставки, прогресс был изменен на регресс. Это типично для существования любой империи. И, как я понимаю, империи Прогресстона пришел окончательный капец. И в нем начинается вакханалия и беззаконие. Война, огонь, пламя. Ну, короче говоря, все те вещи, которые происходят, когда действительно регресс приходит. Что касается Battle Pass, ну, как обычно, огромное количество всего, особенно для тех ребят, которые смогут задонатить, получить себе особый пропуск, забрать достаточное количество голды, серебра, кучу бустеров, внешних видов для тачек, я имею в виду камо, огромное количество всякого рода сертификатов, и понятное дело, что главная награда вот такой вот Outcast. Интересная машина, которая сделана на базе, я поначалу почему-то подумал, что это смесь чего-то немецкого с советским, потому что там корпус очень на немца похож, а башня похожа на ИСовую, но потом понял, что это не что иное, как Шкода PGC, которая стоит на 6-м левеле в дереве исследования сборной Европы. Вот так вот ее красиво разукрасили, добавили дополнительных обвесиков. Ну, красиво выглядит машина, вопросов нет. Если вы дойдете, имея особый пропуск аж до 55-го левела, то получите вот такой вот великолепный внешний вид для данного тачки, но не особо что-то меняется, начинает светиться фонарик, добавляются там пара каких-то вещей, полосочек, то есть сказать, что машина прям совсем внешне меняется, я не могу. Ну серьезно, давайте еще раз посмотрим без этого всего, практически то же самое, согласитесь. Сверху добавляется что-то, какие-то дополнительные полоски светятся и загорается лампочка. На этом, в принципе, привет. Не знаю, почему разработчики, а точнее художники в этом отношении немножко поленились, но как есть, так есть. Что касается того, что нас ждет в самом конце. Ну, если вы все полностью закончите, пройдете полностью все и будете открывать вот эти контейнеры, то в данных контейнерах завезли довольно неплохие машинки. Ну, как обычно, Phase 1 у нас здесь, а из того, что здесь меняется от месяца к месяцу, то в этом конкретно Battle Pass'е положили Химеру, Су-130ПМ и Игла 7. Мне кажется, что все тачки прям как на подбор хороши. Понятное дело, что есть части сертификатов на данные машины, ну и плюс еще части сертификатов на тачки из предыдущих Battle Pass'ов. По типу Ровера, по типу Эксплорера, короче говоря, на те машины, которые раньше уже светились в нашей игре. Ну и вся остальная дребедуха, которая, как обычно, добавляется в этот контейнер. Если вы, ребят, будете проходить полностью весь этот Battle Pass и дойдете до контейнеров, то могу вам посоветовать посмотреть вот это вот мое видео, в котором я рассказываю, каким образом можно данный контейнер открыть бесплатно не один раз за Battle Pass и не доплачивать голды, а целых 3 раза. Поэтому, если интересно, переходите, и ссылочку я обязательно добавлю в описании. Кроме того, ребят, если вдруг вы хотите получить вот это вот все, но, как обычно это бывает у большинства игроков, не имеете возможности задонатить, то ли денег у вас нет, то ли технической возможности, то вы можете поучаствовать в розыгрыше особых пропусков на август месяц, именно на этот Battle Pass распад у меня на канале. Как это сделать? Очень просто. Подписывайтесь на канал прямо сейчас, пишите комментарий под данным видео не менее 7 слов и обязательно указывайте свой игровой никнейм и ID на евросервере. Хотите подробностей? Вот ссылочка на видео, в котором я все популярно рассказываю, да и плюс к тому обязательно добавлю ее в описании. Что касается первичной награды, то здесь у нас довольно неплохая машина для 4 уровня, Valentine MK9. Я не могу сказать, что тачка прям совсем крутая, но в целом я коллекционки очень сильно люблю и рекомендую их не продавать, а оставлять, простите, себе в коллекцию. Машинка очень-очень даже неплохая. Сейчас найду, где этот Валентайн у меня. Валентайн МК-9. Вот этот красавец. Если вдруг прям совсем вам эта машина будет не нужна, то вы сможете ее продать и получить за нее всего лишь 100 голды. Но это 2 дня просмотра реклам, поэтому я и говорю, что лучше такие тачки оставлять у себя в коллекции. Что касается всего остального, ребят, то обзор на вот этого вот красавца появится на канале буквально через 1-2 часа, как только его начислят мне на пресс-аккаунт, и я сниму на него абсолютно честный, как обычно, обзорчик. Заценим эту машину. Забегая наперед, хочется отметить, что особо радовать машина навряд ли будет тех ребят, которым очень зашел танчик Шкода PGC, ну или PGS, да, как там, наверное, PGS все-таки будет правильно. Дело в том,
том, что здесь уменьшили ДПМ, здесь добавили альфу, но существенно увеличили время перезарядки, больше чем на секунду. И на шестом левеле это, я больше чем уверен, будет ощутимым. Но опять-таки, танчик я не тестил, поэтому это просто такие мысли, забегая наперед. Возможно, на тесте машина себя покажет абсолютно по-другому. Что касается других показателей, то практически ничего не меняли. Как вы видите, не меняли ни броню, ни какие-то другие показатели. Немножко добавили скорости движения назад. Все. Во всем остальном тачка, в принципе, осталась та же самая. То, что здесь немножко поменяли удельную мощность, я думаю, что мы это даже не прочувствуем. Что касается брони по корпусу, то во лбу в корпусе броню уменьшили ему. Неужели настолько круто отыгрывается с повышением на 25 единиц альфы орудия, что ему можно было уменьшать лобовуху? Ну ладно, опять-таки, повторюсь, это исключительно мои мысли, забегая наперед, но абсолютно честный обзор появится на канале буквально через час-другой, как только машина будет начислена. Поэтому подписывайтесь на канал и обязательно заходите на просмотр честного обзора на героя Августа. Что касается веры или неверы в то, что можно что-то выиграть у меня на канале, то все, ребят, очень просто. Суммарно будет разыграно еще 5 особых пропусков на Август, еще будут разыграны 30 дней прем-аккаунта. Короче говоря, ребят, уже минимум 4 ребят получили особые пропуска только в пределах этого розыгрыша, а еще был предыдущий, и на моем канале все получают. Поэтому, если вдруг вы хотите получить особый пропуск абсолютно бесплатно, как я уже сказал, переходите по ссылке, посмотрите, и вот это вот все может реально стать вашим. Поверьте не мне, поверьте тем ребятам, которые уже побеждали у меня на канале и все забирали из особых пропусков, высасывали все соки и все самое сладкое из батл пассов в нашей игре. Я побежал ждать начисления машины и снимать абсолютно честный обзор на героя этого месяца, ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео, только убедитесь, что вот так вот у вас выставлены все уведомления с моего канала. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.